Всем привет, дорогие зрители! Я сейчас приехал в район Махмутлар, нашел очень хороший проект, который называется My Marine Residence. Этот проект расположен на расстоянии от моря, максимум 1200 метров. Состоит из 5 корпусов, есть 2 больших бассейна, открытый бассейн и вся инфраструктура, которая бывает у больших резиденций. Сауна, там баскетбольная площадка, теннисный корт и тому подобное. Быстренько сниму эту квартиру. Здесь квартира 4 плюс 1, двухуровневая, очень большая, 235 квадратных метров. Не буду много говорить, сниму быстренько. Значит, вот, это открытый бассейн. Есть также второй бассейн сверху. И инфраструктура вот там, в верхней части этого бассейна. Айдат тут 50 евро. Вот тут такой огромный просторный балкон. Также есть вид на сад. Там детская игровая площадка, если вы видите. Есть аквапарки. Вот так. И пройдусь я сразу внутрь квартиры. Я снимаю со второго этажа этой квартиры. Это спальня у нас, родительская спальня вот такая. Она просторная. Вот. Здесь слева от меня расположена как бы типа гардеробная. Шкаф-купе установлено такой. И также есть санузел. Душевая кабинка вот такая интересная. Красивая, интерьер хороший. Проект дан 12 лет тому назад, примерно 2009 год. С правой стороны от меня расположена дополнительная спальня детская. Вот такая спальня. Встроен шкаф-купе. Пол мрамор. Если хотите, можете установить ламинат или теплый пол сделать, как желаете. Здесь у нас дополнительный санузел. Дополнительный вот такой санузел. Тоже не маленький. И здесь у нас вот такой типа коридор, прихожая часть второго этажа, тоже просторная. Слева у нас тоже как бы дополнительная спальня или как кабинет можете пользоваться с выходом на балкон. Вроде здесь комната для занятий у детей. Тоже установлен шкаф-купе встроенный. Вот такая уютная, большая, двухуровневая квартира с садом. Вот такой тут балкон. Кровать тоже стоит у балкона. Очень удобно. Летом тем более. Вот такой вид с этого балкона. Пойдемте дальше. Значит, спускаемся на первый этаж. Это квартира. Вот такие деревянные лесенки у нас. И вот тут у нас прихожая. Выйду-ка я к дверям. Вот тут такая прихожая. Это вход в квартиру здесь именно. Присутствуют лифты на верхнем этаже. Но так как это на первом, на цокольном этаже, так не нужно пользоваться лифтом. Ага. Здесь с правой стороны как бы у нас мини-кладовка.
стиральная машинка установлена, стоит Altus фирма Alt 3+. Здесь у нас просторный санузел. С правой стороны у нас дополнительная комната или как спальня, тоже не маленькая, просторная. С выходом на балкон. Балкон здесь сделан как фитнес-зал или, как скажем, комната аэробики. Вот это комната для аэробики, так скажем. Хозяйка сделала балкон для себя. Зеркала присутствуют с обеих сторон, с этой и с этой. Посмотрю-ка я на вид. Вот такой вид тут. Пройдемте дальше. Гостиная часть. Ага, здесь также встроенный шкаф. И самое главное в этой квартире — это кухня-гостиная, которая расположена на первом этаже этой квартиры. Покажу-ка я общую комнату. Вот она такая просторная. Ремонт в этой квартире не нужен. Нужно переехать и жить. Все есть. Кто как желает, может обставить. Ну, все уже нормально, все стоит. Вот такая здесь кухня. Бытовая техника тоже все установлена. Фирма Франко. Франко. Индукционная плита. Духовка фирма Франко. Вытяжка фирма Франко. И посудомойка фирма Франко. Столешница мрамор. Шкафчики с доводчиками. Холодильник фирмы Профила. И вот это у нас гостиная часть с выходом на собственный балкон. Вот такой балкон тут. Еще стоит плита, чтобы заварить чай, приготовить что-нибудь. Вот такой вид с балкона. Хочу подвести итог о этой квартире. Квартира находится на расстоянии до моря 1200 метров максимум. Проект был сдан 12 лет тому назад, приблизительно 2009 год. Присутствует вся инфраструктура, две больших бассейна, еще один крытый бассейн. И там сауна, фитнес, римская парная и тому подобное. Цена этой квартиры 130 тысяч евро. Торопитесь, дорогие зрители. Надеемся, квартира еще не продастся. Все здесь обставлено. Ремонт не требуется. Квартира очень просторная, уютная. У меня слов нету. Магазины там все рядом, 200-300 метров на расстоянии максимум. Если вам понравилась эта квартира, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, комментируйте. Также у нас присутствует телеграм-канал, называется Hot Alanya. Там тоже мы делимся срочными продажами. Если вам интересно, можете подписаться и на наш канал на телеграме. С вами был Агаси из Солнечной Алании. Желаю всем добра, здоровья и счастья. Всем пока-пока. Could somebody wake me up?